С 2017 года в Подмосковье ведется масштабная и планомерная работа по благоустройству территорий в рамках программы формирования комфортной городской среды. В начале июня губернатор Московской области выступит с ежегодным отчетом перед жителями на тему обратной связи населения по вопросам положительных изменений в регионе. Мы провели достаточно большое голосование, за что огромное спасибо нашим жителям, с просьбой ответить на два вопроса. Что в вашем городе, в вашем районе изменилось, и что бы вы хотели улучшить в том месте, где вы живете? 162 тысячи ответов. Губернаторские программы охватывают практически все сферы современной жизни. Но для жителей Одинцовского округа одним из приоритетных направлений является создание детской инфраструктуры. Ежегодно в муниципалитете открывают новые многофункциональные и безопасные детские площадки. В прошлом году было построено 7 таких комплексов, в этом запланировано 9. Наверное, все знают, это красивые, действительно яркие площадки, которые пользуются большой популярностью у наших маленьких жителей. Поэтому очень ждем. А для предоставления качественного образования необходимо строительство школ. В этом году в округе сдают сразу несколько новых учреждений. Одни из самых долгожданных объектов – крупнейший в области кластер в микрорайоне Гусарская Баллада на 2600 школьников и воспитанников детского сада, а также новый корпус гимназии номер 14 в Одинцове. Мы все очень ждем, и действительно этот проект не то что ни одного года ожидания, а ни одного десятка лет ожидания. Поэтому я надеюсь, что его реализация поможет действительно разгрузить и саму школу, и на самом деле и сам микрорайон. Андрей Воробьев отметил, что ответы, полученные от жителей, информативны и развернуты. И на них следует опираться главам городских округов и сотрудникам отраслевых организаций. А все пожелания о преобразованиях необходимо реализовать до конца текущего года. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».